Че? Кофе с лимоном. Кофе с лимоном? Кто? Не, ни разу. Друзья, всем доброе утро. Что у нас сегодня? Очередной день рыбалки. Тафаларчик уже прогревается. Мы уже позавтракали, взбодрились. Вчера легли спать в 8 вечера. Проснулись где-то 5:30. Выспались. Отлично просто. Вчера мы не выспались никак, потому что ночь до этого не спавшие были. Да и рано проснулись. Сегодня уже нормально, бодрячком. Все убираем и погнали. Погнали на рыбалку. Я потом в руки возьму уже. А я не положу, да. Транспаранты стоят. Ну. Вот это да. Там стоит одна. Вот она стоит. Да? А, нет, а нет. Вот дальше стоит. А, там два стоят. Два. Стоят. Слушай, стрельнули. Бахнули, смотри-ка. Вчера не было. А может сегодня, блин. Что? Раздраконим? Я думаю, что нифиг делать. А там даже посмотри. Там стоят тоже, вот наша стоит. Вон там дальняя самая. Это стоит наша? Где мудушка попалась? Наша стоит, да? Да мой флаг, ты чего, такой вот транспарант, я же своих знаю. Ну что, друзья, у нас 13 сработок за ночь. Вот, надеюсь хотя бы одну поймать. Может пару. Сейчас потихонечку начнем все проверять, отдалбливать. Все жерлицы. Смотреть. Вкус, да? Нет, только сбило, да? Наша рыбалка сегодня в разгаре сам начинается. Были поклевки, надеюсь, мы сегодня что-нибудь и половим. С разводками ведь, а? Кусок кын. Что, что ли? О! Блин, коряга. Что делать? Хорошая киношка, блин, как минимум. Ну, я тебе говорю, в тот раз так же было. Хорошенькая чувствовалась. Да, завела ведь. Блядь, ни в какую. Хоть рви, а. Бесполезно. А попробуем подальше отпустить ее. А как собачка на привязи. Блин.
Порвал? Блять, смотри. Сработки не было, а рыбы нет. Да, надо все проверять. Коряга. Нет. Вот такая, друзья, щучка попалась. Ну, двушечка, ну, кило 800, 700, да? С утра 13 работок. Блин. Шевельнулась. Да. Завтра брать. С родниками надо потекать. С родниками, да, надо потекать. О, полная размотка, смотри, опять. О, есть. Попалась. Коряги опять. Опять в коряги ушла. Блин. О, блин, вместе с корягой. Ух. Нашла. Да? Нашла, нашла, нашла. Что-то не пойму. Вот не идет, да, на кухню? Ну. Нормально такая. Так, просто держи, да? Да. Держи. Да. У-у-у. Заглотнуло по самой яйце. Ух, нифига. Все. Пусто. Так, что надо отремонтировать, а? Народ, она едет, да, я охереваю. Отремонтировать это надо убрать. Не-не-не-не-не, ну сюда.
Нет. А видно, видно мелочь, наверное, бьет. Не крупная. А? Мелочь, мелочь бьет, но... Ну что, друзья, вот такое у нас сегодня веселье продолжается. Получается, первый день брала щука, вчера вообще не брала, а сегодня опять заработал. Поймали уже 4 штуки, куча сработок уже было, пару штук за корягу завело, оторвали. Вот такие 3 красавицы попали сегодня. Ну-ка, ветер поднялся. Ну, вот примерно по 2 килограмма, вот 3 штуки попались. И танера грамм 700, может. Щучка та в заглот вообще взяла. Красота. Уже рыбалка удалась на сегодня. Клюет. Щука опять начал клевать. Опять пошла. Валентин уже пошел блеснить, вылавливать. Сейчас тоже возьму, наверное, что-то блесна, резину и пойду там где дальней жерлице порыбачу, попробую. Мягенький уходит. Я там беги-то. Нашел. Нашли время, блядь, обсуждать здесь. О, сейчас икорка пойдет. Да-да-да. Черный. А, нет. Черный, вон. Черный. А, майонез уже. Майонез? Вот. Толя остался майонез. Ну, берется, да? Сразу начали ставить? Раз, два, три, четыре. Хлоп. Хлоп, бля. Хлоп, вот это край сегодня начал. Бум-бум-бум-бум-бум. Сейчас приедем, потому что тут работок не будет. Собираем куда приставим. Килограмм 805 грамм. Кило 800. Это что у нас? Кило 860. Тише, тише, тише. Кило 700. Одинаковые. 3 красавицы практически. Разница в 100 грамм. Да, смотри-ка. Друзья, очередная сработка. Полная размотка. Ничего себе. Пусто. Ё-моё. О, съела. Вот блин, а. Ладно, сейчас попробуем ее. Такую железяку поставим, советскую. Еще батя. О! Крикнула, да? Эй ты, блин. Нифига. Только там стоял, блин. Опять поклевка, друзья. Вон Валентина рядышком.
Вроде немножко поклевывает. Тут Валентин уже 3 штуки поймал на блесну, на колебалку. Мы пока вот с батей бегаем по жерлицам, по поклевкам. В принципе, срабатывает. Сейчас решили с батей немножко переставить их под берег. Народу куча просто. Ноги узнают, подъезжают, разговаривают. Сразу взяла, нет? Не сразу? Не сразу, но в принципе. Тоже не крупно, да? Карандашики. Вот так, друзья, вот все сработки такие есть, но очень много пустых сработок почему-то. Бьет живца, и все на это. Никакого движения больше. Что? Рыбка на месте. Что такое? Отошла. Ё-моё. Такой удар был, ребят, хороший, а. 3 раза взмахнул. Сейчас была вот здесь поклевка на жерлицу.
Я пока там батя варит суп, убрал, поставил, два раза замахнул, удар, блин, и, не знаю, чуть-чуть буквально подтащил и сошла. Ё-моё. Потихонечку для нашей рыбалки заканчивается, осталось только собрать жерлицы. Вот, время уже второй час. Погода, сами видите, испортилась. Пошел такой сильный ветер, начался, и туча такая синяя идет сзади. Так, на неделе обещают сильные дожди, так что, возможно, у нас будут закрытия рыбалки. Если заморозков не будет по утрам, то следующие выходные уже все. Уже никуда ничего не получится на рыбалку. Потом уже готовится к охоте к весенней. Мы поймали, в принципе, сегодня нормально. Сколько, килограмм 10 наверное будет, да? Вот такой вот мешок. Опа. Собираем палатку, все вещи и домой. 9. 10 килограмм ровно. Ровно 10 килограмм. Вообще, смотри, все, чисто. А я думал, там, я говорю, нет, там-то был дождь, поливался. Нет, там поливал, да, где-то. Ну, ладно, что. Нормально. Нормально, сейчас чайку можем пить. Спокойненько. Опа. О, как тут хорошо-то у нас. Хоть еще оставайся на денек. Чтобы посидеть, покушать и дальше порыбачить, и потом ночевать. Вот такой у нас получился улов, не знаю, килограмм, ну килограмм примерно 27, где-то так вот примерно получилось. Щука, окунь, отлично отловились. Вот такие красотки у нас попались. Трофейчик есть. 400, да. Так, тут потрушенных какой? 4 штуки. Ну все, все собрали. Чисто. Чисто, культурно. Мусор есть увезен, блин. Заезжайте. Мешок мусора. Место хорошее. Дровишки здесь, да? Место вообще отлично. Так что. Дровишки. Вот это паровоз, блин, у нас будет. Ну так, там на каком. Ну так вот, да.